Здравствуйте, дорогие мои. Ну вот сегодня голубятник наш позвонил. Я, говорит, нахожусь в Волгограде, говорит, можно к тебе приехать посмотреть голубей. Но в то время я как раз этих голубей намечал, вот этих 11 штук. Я говорю, давай через 10 минут тебе позвоню. Ну, потом перезвонил, приехали. Человек приехал, сейчас будем этот показывать. Опять же, ну, в последних этих, да, двух роликах я говорил, что вот этот 11 штук там, ну, вчера 12 штук было. Значит, одного не стало. Вот что этот, зеленая грудь мазаная шейка не спустилась. Его не стало. Да, и это, да, сейчас этих же 11 штук, но я их уже наметил. То есть вот там, да, на крыльях, на этих, ну, по цвету, какая обычная, да, намечаю, чтобы узнать. Потому что среди них несколько белые, что будешь наверняка знать, кто из них, вот один из этих, вот этот, но этого не наметил, это чин. Да, сейчас тех же самых, вон там сидит, тех же самых 11 штук, мы сейчас поймаем, выйдем на улицу и покажем. Все это молодые голуби, там по, ну, по 4, 4,5, по 5 месяцев, это молодежь. То есть они как бы крупные, но это молодежь, это пескуны. То есть всех вот этих поймаем и посмотрим, что они, как сегодня пойдут. Вчера летали дуру, просто ушли. Я даже посадку не это, да, чтобы стоял, выходил, заходил, и так и до поздно, да, до конца не смог увидеть посадку. Даже его одного не знало, и то не увидел. Там один из них, красномазанная шейка была в вчерашнем ролике, которая была вообще покрытие. Так, сейчас посмотрим, где он. Так вот, тоже длинненький. Длинненький, синий, должен быть масло на крыло. А, вот он. Намазанная такая красная шейка. Вот один из этих этот был, вообще покрылся. А то у нас голубятники как говорят? 10 часов, меньше нет. Или хороших голубей это, да. Блин, всю жизнь гоняешь, блин, как у них получается 10 часов, не знаешь. Тут вроде смотришь это, да, там. Кто ушли, смотришь, покрыли, да, все, думаешь, все, нашел результат показывает. А через 5 минут смотришь, через 3 минуты. И ну раз, через несколько секунд смотришь, уже крыши вышибают. Да. То есть, ну, птица может, вот как это, да, боксер на ринге может показывать ровно столько, сколько его соперник показывает. Вот когда вот эти программы показывают, это, да, там карате, тэквондо, вот эти, да, там тул-тул, доски ломают, прыгает, бах-бах-бах. Ну так и вставит удобное положение, вот он там класс показывает. А когда на спарринг вытаскиваешь, он ничего не может этого показывать. Да? Потому что это все теория. Практика другая. Ну, мы сейчас на паузу поставим, этих поймаем, и выберем, посмотрим. Вот так на это, да, на паузу ставишь, она снимает. Вот. Подержи, я там кое-что покажу тут. Так, значит, из всех вот этих голубей. Так, вы сейчас включили запись? Да, да, да. Там квадратный же здесь. Угу. Из всех вот этих голубей у хищника есть шанс поймать в первую очередь вот этого. Почему? Смотри состояние пера. Видишь? Еще маховые перья не выросли. Видно? Ну, не долинял. Да. То есть у него обе крылья неполные. То есть, естественно, с неполным крылом он... результат не будет показывать. Да. Есть еще другой сейчас. Ну, мы таких и не выпускаем, которые не долиняли еще. Нет, а я выпускаю. Ну, он все равно результат не даст. Ну, сейчас посмотрим. Да, и поймать его легче. Ну, сейчас посмотрим. Так, и есть еще с кровью. То есть, там даже кровь. Разбивает крылья. Не, перо не выросшее такое, да, там. Они же еще хлоп-хлоп-хлоп. В общем, ну мы сейчас что делаем? Ну сейчас вот так переворачиваем. Они сами. Или только откроют. Не надо, не надо. Они сами откроют. Они сами толкнут и увидят. Вот они. Все 11 штук.
Пока летят кучкой. Сейчас посмотрим, кто из них это, да, как бы отсоединится, не отсоединится, поднимутся. Сегодня небо замечательное. Вчера был туман, позавчера был туман. Да, то есть сегодня вон синева, синее небо там, ну белые облака тоже есть, но небо открытое. По идее сегодня птица должна дуром уходить. Ну посмотрим, те же самые голуби, третий день подряд я их поднимаю. Первый день почти ничего не показали, вчера они летали дуром, ну и сегодня. Ну и на вопрос Курмана, говорит, в любом случае хищник поймает, ну посмотрим. Кого поймает, за что поймает и поймает ли он. Все это не будем рассказывать, а покажем. Пока как бы вверх не хотят идти. Видите? Всей толпой пришли к дому. Ну, мы сейчас отсюда, наверное, уйдем, пойдем клетку повесим и подождем там. Задача, это почему я сюда подошел, потому что идти два раза, вот точно так же я клетку поставил, всех одним разом выпустил. Видишь, пока спокойно летают, вот смотри, вот кругами идут, да, но спокойно, нету ни дикаря, ничего. Ну, сейчас, если начнут как истерические круги нарезать, это Яша будет тут как-то, вон там даже такой темненький, синий-сизый, уже пытается переворачиваться. Ну, потихонечку так набирает, но не то пока что. Так, дорогие мои, ну мы буквально сколько, ну метров 70 дошли до дома. Вот они, двое ниже пошли, а трое, вот он. Раз, два, три. Там сколько? 8 наверху. Поперли высоко. Ну, это не так высоко, конечно, но пока спокойно летают. Вот они. Вот они, спокойно, спокойно. А сейчас посмотрим, как дальше себя поведут. Эти вот внизу, вот один челенок, он тоже вчера отмотал неплохо. Это генерал его брата. Так, значит, тут кто такие? Один. Так, пёренький, но этот вчера толком-то и ничего не... Ну, то есть как, летал, но он не один из самых последних, он раньше сел, тоже бой начинает брать. Вот смотри, приподнялись и тут же скидывает голову, видишь? То есть не высоту стали набирать, а начали скидывать. Ну вот смотрите, сегодня 6 число, как раз сегодня первый ролик вышел, да, на 4 число, вот когда 11 штук поднял, они все 11 штук летали вместе, ни один из них не отделился, ни высоко, ни низко, просто придержались в стае. В вчерашнем ролике раскрылись, сегодня опять раскрывается, опять раскрывается, это все молодняк. Вот уже начинает бой брать. И там вот уже начинает раскрываться. Приподнялись, но не очень. Посмотрим. Дождемся. Сейчас солнце прямо в глаза светит. Неудобно. Сейчас Яша, если будет, мы его хрен увидим. Так, поставим на паузу, подождем. Пёренький не хочет. Вот этот не хочет летать. Скидывает. Ну, может, сейчас здесь остальные пойдут, не знаю. За них я не могу решать. Они сами все за себя решают. Вот этого челенка пескуна, это генерала брата пескуна. Отца его убрал, значит, убрал из-за чего? Потому что отец его лодку давал, летал дуром, но лодку давал, за это я убрал. Это вот у нас многие, да, пёры не пошёл.
Это вот у нас многие, которые говорят, от хороших голубей получишь хороших голубей. То есть брат того, это был генерал. Это генерал, да? Его же пискун. Он показывает себя, уже выход дает. А вот отец дурак дураком. И вот теперь думайте, гена передается все. Все это правильно, когда говорит, родители хорошие, пискуны будет отлично. Нет, это не так. Ну, про это я отдельно еще как бы расскажу. Ну, так. Ну, пока как бы полустрессы летят. Полустрессы. Ну, темненько отошел, отставь все-таки. Да, темный один. Да, ну он одиночка, и он одиночка, и там перенький есть тоже одиночка, и кукла тоже одиночка, и вот этот мазанная шеечка одиночка, и этот также одиночка летит. Ну, пока вот видишь, только один он отошел от стаи. Видите, пока в стае держится. Ну они обычно как, при опасности придерживаются к стае. Даже вот смотри, когда атаки с Апсаном показывают, птица кучкуется, как косяк, и начинает винтами падать. Но приподнялись все равно, это не то. Вон там темненький куда ушел. Темненький так более-менее поднялся. Эти ниже полгода намного. Так, и наверху смотри, какой ветер, видишь? Вон, смотри, как тучи летают просто. Видишь, вот белые облака, смотри, да, как да. Улетают прямо. Ну, наверху очень сильный ветер, походу. Это тоже может влиять на все это. То есть иногда бывает внизу, это, да, ветер, наверху спокойно. Ветер меньше бывает внизу. Да, это тоже не пошло. А, ну это вот этот, который вот маховые перья. Он и должен не выросли, да. И вот смотри, с какой опаской он смотрит по сторонам. То есть крыло слабое, мозги на месте. Вот они пошли падение. Видишь, как падает? Вот только что где были, куда пошли? Вот. Обратил внимание? Ну теперь найди Яшу. Где она? Так, темненький отдельно там где-то. Отдельно, отдельно, отдельно. Вот они. Чуть ли не до крыши резко скинули. Сейчас помотаются, помотаются, опять пойдут. То есть опаска есть, они себя скидывают. Так, ну тот куда ушел, того что-то я не вижу. А нет, он здесь с ними. Темненький тоже с ними. Так, значит, тут сколько? 4-7. Ну, 3 здесь. 3 здесь. 10? А, ну, 11 должен быть. 11 должен быть. Вот, видишь, скинули, внизу расслабляется. Так, 11 это кто? Пёрыки или... И пёрыки тоже здесь. Наверное, шеечка опять улезла. Челенок. Нет, челенок тоже здесь один желтый. Крыло мазанное. А того не видим. Сейчас надо того найти. 11-го. Так, дорогие мои, ну, трое сидят. Вот они. Двое здесь, один здесь. Этот. Значит, тут. Семеро летают. Вот они скинули. Вот смотри, как резко они скинули, да? И не сели. Пошли летать. И сейчас опять наберут, скинуть, наберут, скинуть. Опаска будут, будут скидывать. А вот 11-го нету. Вот смотри, Миша, нету. Голубь не сел, не упал. Вот очень многие вот говорят, покажи голубей в точке. Но вот как мне его показать, если я сам его не вижу? Я должен дождаться, пока он себя покажет. И после этого я могу его наверху показать. То есть голуби поднимаются столько, что мы их больше не можем видеть. Мы не в состоянии их видеть.
Опять вот дикарь пошел. И что интересно, атака будет не на того, кто наверху, атака будет на этих. Потому что тот, который уверенно пошел, он знает, вот скидывает тоже. Это мазаная шеечка. Да, это мазаная шеечка, но он вчера отлетал прямо отлично. Один из последних вчера сел. Не идет. А сейчас могут себя скинуть, посидеть несколько минут и сорваться опять выйти. То есть опаска проходит. Внизу расслабляется птица. Видишь, тут хлоп-хлоп, пытается переворачиваться. Вот сейчас, вот смотри, вот это перый. Сел голубь, где вот он туда сел, перый голубь сел. Значит, от него, ну, месяцев на два, старший брат есть его, тоже голубь. Сейчас я его покажу. То есть, как бы, то есть тот даже не полетал, да, он там и вчера толком ничего не показал, помотался, сел, и боя ничего не показал, и этот. Сейчас того я поймаю, того покажу, как она ползает. Ну, эти как бы раскрываются. Так, ну вот три штуки поймал, значит, вот этот, мазаная шеечка, это вот первый, который первый. Сел, это его родной брат. На, ну, может, ну, месяцев на два, не больше старше его. Он уже на пару пошел. Сейчас вот его кинем. Посмотрим. Вот этого брат. Под одних же родителей, видишь? Совершенно, вот как совершенно разные голуби, да? Это вот от хомут шейки. Эти постарше уже. Этим, ну, месяцев по 7, наверное. Да, ну, эти тоже могут сорвать. Это еще бой не взял. Тоже молодой, но еще бой не взял он. Ну, он четко покрывается. Сейчас посмотрим. Уйдет он покрытие или чуть не упало. Ну, так уже переворачивается, но это не бой. Это не его бой. Ну, даже вот этих видел, да, голубей кинул, они сами соскочили. Не стали ни орать, ни дергать, ни то, ни другое. Захотят, пойдут. Не захотят, не пойдут. Опять вон дикарь пошел, видишь, вон, вон, вон. Как резко начинает, как торпеда летать. Это они хищнику показывают, что мы тебя заметили. То есть можешь даже не начинать свою атаку. Ну, остальное уже зависит от того, насколько хищник голодный. Если он чересчур голодный при смерти, он будет атаковать. И вот этих троих сейчас, вот последних, которых выпустил, ну, они уже постарше. Они все одиночные. И по одному должны идти покрытие. Ну, сейчас посмотрим. Как бы набирает. И вот обрати внимание, сейчас он уже это, да, вот эти бои не показывают. Сначала же их выпустил, с боем поперли, поперли. Бои не показывают. Сейчас чуть расслабится, опять будут танцевать.
Это вот многие говорят, как там хищник, по-любому то. Ну сколько по голову позволит, столько хищник будет работать. Если он как ищак будет стоять, дубасить, конечно, он подойдет, его возьмет. А если он начинает в этот момент дикарем летать, уходить от него, он даже близко не подойдет к нему. Ну сейчас в бок ушли. На паузу поставлю. Так, дорогие мои, ну тут трое сидят, 9 здесь, а должен быть 14. Двух не видим. Один с первого раза, второй со второго раза. И вот челенок уже сидел на крестовине, он соскочил. Летит. Не мы подняли, он сам соскочил летать. Так. Так, это с двумя стрелками. Это от хамут-шейки. Соскочил как раз брат вот этого. Ну, который с боем, чернохвостый шеечка, вот который последний вот поднял, он говорил, одиночный, уходит, его надо будет найти. Опять скидывает, поднимается, скидывает, поднимается. Ничего, и боя не показывает. Вот этот, две стрелки, две белого пера на хвосте. Это вот этот чернохвостый, который вот последний поднял, вот с боем стоял, тарахтел. То он, видишь, боя не показывает. Боя не показывает. Вот этот начал уже бить. Это хачка. Голубь вот этот, белокрылый, белохвостый, белоголовый, с почерной голубем, кстати, с черных. Вот такой вышел, уникальный. Вот он сейчас начинает раскрываться, вот этот чернохвостый. Сейчас чуть потянем. Вот два пера на хвосте белый. Периодически вверх смотрю, не на этих, а вверх смотрю, тех найти. Ни хрена не найду. И ящины, походу, пошли на посадку. Не захотели даже идти летать. Даже эти не захотели летать. Вот сейчас. Эти могут сесть и несколько штук сорваться. Кто из них захочет летать, пойдут. Кто не захочет, все идут. Не может понять его, как подняться, не подняться, летать, не летать. Вроде хочет на посадку идти, не хочет. Хочет на посадку, не хочет.